Буэнос Диэс, братва. Я землетрясен в заряд вашей экрана, это значит, что я решился на что-то для себя новое. И он сегодня игрушка посреди ночи. Эмма, если... Маленький мальчик, ищет маму в темном. А ничего, что это девочка? В смысле девочка? Кстати, да, я сегодня не один. Ну, вроде где-то было даже в источниках написано, что это девочка. Ну, не, я такой момент помню, но тем не менее, даже как бы из-за синей пижамы и так далее и тому подобное, я все-таки привык считать, что это Таке-пасан. А зеркал... А торт розовый ничего не говорит, да, маленький спидерок. Ну, может быть, он клубничный, откуда ты знаешь. А клубника что, синяя бывает? Может, так что логика определенная есть, да. Ну что, хорош ля-ля, погнали. Постараюсь сделать мини-сериал, так скажем, всего из 4 серий по одной на каждую главу. Там разберемся по дороге. Блин, момент со стаканом. Мы долбанули. Это если бы я в этом стакане торчал. Hey, sweetie. Did you finish your drink already? Careful, it might break. О, мячик. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Всегда обожала этот момент, хотела шпулять маму. Училась. Не долетел. Let's see. Знаешь, что это было сделать, когда она рядом? There and there. Perfect. Кстати, самый прикольный вид. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Happy birthday, sweetie. Wow, 2 years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga 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 choo choo. Tuch 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 tuch. Choo choo. Here it comes. Я ему такой: «Боба, я мог не чувствовать». Choo choo. А я такой: «Не, там, фу, блин, в цитате ошибся». И он мне такой: «Пейн, я мог не чувствовать». Ему: «Боба, у тебя их нет». Дрожащая камера. Фандал? Ну да, все потому, что мы наблюдаем папашу. Даже мужской голос. Ребенок как будто боится один находиться. Да Юха его знает насчет боится находиться один. В конце 4 серии, я думаю, будет понятно. Четвертая глава, оговорочка, я не знаю, сколько конкретно получится серий. Планируешь? Короче, разделить все 4 главы. Да, то есть одна глава, одна серия. How much cake did you have? Как так можно не устаться? Я бы с такой рожей усталась. Вот этот момент сделан довольно мило. Светлячки такие, все херня. Ой, видите, вон. И черная хтонь. Просто вот хтонь. Кто? Кто это? Хтонь. Преследует нас. Вот такое миленькое, кажется, потом будет не особо мило. Ладно, не нагоняй, ты жуть. Может, ты хочешь, чтобы кто-нибудь спался? Например, ты. Я? Расскажи, поясница забухла. Пиздюк или пиздючка? Maybe it's a new toy. Ну, я думаю, в конце серии мы это чекнем. Да, и к следующей серии мы будем более-менее готовы. О, медведь. Почему меня всегда пробивает на ржач, когда я вижу это? Медведь такой собирается вылезти, мама его хлоп.
Мысли, это же просто игрушка, как он собирается вылезти? Или это аниматроник грёбаный? Потом узнаешь спойлерок. Спойлерить не буду. Да. Мячик. Он, да. Он больше этого, этой девочки, господи. Ты, мой дорогой зритель, узнаешь о том, почему медведь собрался вылезти попозже. Мы это знаем. Да, мы пытались пройти ее за кадром, чтобы особо не тупить. И то, конечно, я помогала, можно сказать, в каких-то вариациях. Потому что я давно смотрела, кто эту игру проходит, но особо было скучно. Посмотрим, как ты сможешь пройти. Ух. Так. Ничего себе, ты быстро бежишь. Пердативненько. О, и медведь живой. Оно типа ожившее. My name is Teddy. Nice to meet you. Живое. What's your name? Медведь как будто обкуренный. Вот упоротый лис. Эти глаза, ты посмотри. Скорее выражение вот этой вот медвежьей морды. Это вообще. Let's play a game. Я понимаю, что у меня был медведь в детстве, но он был не такой упоротый. I know. I'll hide. Он нам предлагает поиграть. You're not looking. Ага. Пытается. Come here. Turn around. Так, Дэдди. And cover your eyes. Ага, так. А вон Дэдди. Что спрятаться розового слоника. Искать розового слоника нам. Так, закрываем глаза. There. You can look now. Вернись, он будет откуда-то идти. Блин, надо было раньше открыть, ты увидел, откуда он. Откуда он спрятал этого розового. Да я примерно представляю, куда. Давай подольше поищем, вдруг он перепрятал, откуда ты знаешь. Иди, Костогорн. Так, во, тихо. Опа. Трусы. У него трусов больше, носки. Чем у меня в детстве. Still cold. Ага, он говорит, видишь, тепло холодно. А если я подойду сюда? Warmer. Шкафу давай поищем. Super warm. А в шкафу нет. Где-то рядом. А, вот ты где, собака. Super warm. You found it. Found it. Лови свой розовый. А, вон ты где. Господи, мы чуть медведя не задавили. Wow. Is that a music box? Does it work? Вообще, блин, текстура не помеха называется, а? Есть улыбаюсь медвежонку, да? А что такое у нас? Так. Мускальная шкатулочка. That's a nice melody. Как же это угарный медведь, а? Изба угоральными. Посмотри, когда он смотрит вниз или вверх. С другой стороны, он такой няшный. А чё тогда стебёшься над ним, милый медведь? Хочу и стебусь. Я здесь для того, чтобы коры мочить, а не разводить розовые сопли. What's this? Ничего себе, у нас медведь умный читает. Five. Ничего себе, ты швыряешься. Ты чё, это похулиганить решил? Dry hill. Не, мы просто охотка на подушке. Это как притча про лопату, знаешь? Ага, медведь, попробуй. Well, we'll well. Кулачком на. Эбло лопаты на, сейчас сделаю. Чё тебе надо такой, смотри, ну господи, чё ты такой? Смотри, ты сейчас засну. Это чё такое? Чума, round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. We need some place very dark. У него глаза, ты видел? Это вообще такое, что он что-то употреблял. How about your closet? Заховываться в шкафу. Да, у тебя темное место получается, да? It has to be darker. Shut the doors completely.
Рейс. Good. This will do nicely. Так. I hope there are no monsters in here. Ты это, блин, про монстров лечи тут? Давно. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Там как моя жопа после тупорылых тиммейтов в рамке. Смотри-ка, сколько много плащей, и Дима Мак любила носить. Плащи. Ага. Какие-то не ту ведьмачьи, не ту сатаню уж ей, блин, ей-богу. Что там за клацан-клацан? Да, что за клацан-клацан? Коробки всякие. Знаешь, на что похоже? Это когда... В каком-нибудь ужастике или боевике главные герои за каким-то хером расходятся в разные стороны и их валят поодиночке. Ну да. There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? He's got to stop hiding from mommy. Переводчик с меня такой себе. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. Это анекдоте. And now it's time for bed. На, видимо, что, все, спать, кроватку пора, да? You can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Ну хоть не уронила, и на этом спасибо. В четвертой серии поймется, почему такая отсылка. Ну, пока говорим в четвертой главе. Good night, hon. Sweet dreams. Что это было за мыча? Что-то начинается. Видимо, среди ночи получается, мы с вами сейчас просыпаемся. Медведь хоть на месте и ту. И на том спасибо. О, медведи тырят. Так, здесь кто-то пополз, эй. Медведи тырят. Эй, куда Рафика тащится, эй? Или кто-то уволок. И мы просыпаемся от... Ой, у нас одного чувака также в армухе стебали, кровать толчок поставили. Кровать едет. Раз! Рот подъем. Так, что еще было, я так и не понял. Кровать перевернули. Заметь, кровать стояла в углу. Она проехалась. Проехалась и мы бахнулись. И теперь мы и будем искать с вами медведя. Где у нас же медведь? Давай в комнате поищем. В прошлый раз, ну, хаоса у шкафчики. Так, ну, шкафчики чисто. Так, сектор чисто, выдвигаюсь на вторую позицию. Давай в комнату, давай посмотрим, может он... В манеж я не залезу. Ну, по идее, поэтому да. Там его быть не может. Так. В шкафах других, а где? И он нас... А у нас шкафов-то нет особо. Наверху я так прекрасно вижу, только розовый слоник. Почему не зеленый, кстати говоря? Оскорбляет чувства инлайтоверующих. А, и ну еще просто сколько было истребителей. Что, уходим из комнаты? Как в сталкере, настолько же неудобная фишка, настолько, насколько бесполезная. Дальше. Какой хуй тебе было, Мора, если ты, сука, больше. Сука, заперта. А, точно, мы же стулья умеем двигать, ёлкин сок. Я забыл. Уй. Клац. Есть. Бам. У канах. Как свет в конце тоннеля. Это у нас типа душевой комната. Да, а что если тормознуть?
О, здорово. Рафик, ты жив там? Саня, ты в порядке? Мы же его Рафиком назвали, пусть да будет. Да я так right. Горму расслабься. Вообще-то он третий. Я это прекрасно помню, не надо мне писать в комментах, но тем не менее. Мы его Рафиком решили назвать. Но, видимо, чуваку нашему не очень хорошо. Он весь глаза еще более упоротые, чем были. Ну, представь, сколько его там мутило. Ну да, болтузил там, как сраного кота, я так чувствую. Еще один шкаф. Так. Не то портрет Джона Кеннеди, не то что-то в этом духе. И теперь мы с вами начнем наше путешествие. О, ничего себе тень, как топает. Тень пиздует по асфальту. Я уже бухой. Я рисую белым мелом писю на стене. Я не знаю, зачем это сейчас несу, у меня просто настроение хорошее. Пока что. Shh. We have to be very quiet. Ну что, оно нас может услышать? Я у себя дома, все окей. Чётенько. Уй! Другого варика поднырнуть у меня все равно не было. Так раскиды наш стрёмненько. Да, что-то какая-то стремнина. Опа! И вот ты. Видел? Ну, ты видел? Видел? Отец? Да, я не знаю, что от нас на стёк принесло. Решил через это более безопаснее. Причём. Так получается, мы собираем свои же пыльки, по идее, рисунки. Ну, рисунки, да. Блин, бутылка. Жаль, что у нас за окном выходи, зима, а не дождь идет. Выходи, чудище поганое, биться будем. Ты серьезно? Угораю, расслабься. Я так чувствую, когда у меня тут не пьет с ума, то есть кирпичи я весь равномеренно. Будем продавать кирпичи. Интересно, а парнуху можно не убить? Да, вспомнил детство резко. Когда прятали все на кассеты. С батьки на кассеты. Когда в 5 лет нашел кассету, такой думаешь, а что это такое? Это мультики, дай посмотрю. А потом смотришь такое и думаешь, а это не мультики. Твой первый раз, когда я это увидел, это... Блин, я уже... Я тоже не вспомнил. Так, я что-то еще вообще не... Не раньше 5 лет. Не курил, а че бутылки повсюду делают? Что-то самое интересное намечается. Так, значит придется валов отстоит. Вообще по ссылке в маленький спойлерок было написано, что батя типа алкаш. Ну что-то как-то особо не его здесь вообще нет, поэтому вот мы про него ничего не знаем, в том-то и дело. Поэтому интересно, мы узнаем про батю вообще или нет. Но надеюсь, по-моему, вроде будем. Как прология мы об этом говорим. Знаете. Носок. Так, топочка. Ну хоть не вонючий. Ну. Ага. Не то, что моя пристань. Так, и теперь надо каким-то макаром забраться сюда. Ну да, согласна. Пахнут они знак. Палю. Бдз. Я что-то еще не понял, а куда свет дели? Медведь, отключили за неуплату. Окей, давайте. Ни разу скримера не. Прям такого, чтоб вах. Да пока что вроде даже не заметили. Так, только пока только на грозу попадали. Как я эту хрень открывал? По-моему, я как-то забирался. Полирок, забирайся по шкафчикам, открывай большую до конца. Потом прыгаешь? Прыгай. Она преспокойно открывается до самой двери. Я просто вспоминал, каким макаром я туда залезал. Да, за кадром я сделал одно прохождение, но к чести сказать только одно.
Парик. Комната получается. Ой, нет никто. Ой, а куда вам зеркало? Прячься под кровать. Или еще хтунь не пришла. Так ощущение, что хтунь на меня тупо забила. Хтунь вроде здесь проходила, когда мы с тобой. А, были. Вот, видишь, черные следы появились. Мы с этой дорогой шли, мы обошли с той стороны. Да. И коробки откуда-то взялись. И чешь, чем пахнет? Мы же эту дверь не могли открыть. Mm-hmm. Да, вот эту вот с рисунком. Мы стебали, что это кровь? Да, хотя это какая-то черная жижа. Не то гудрон, не то еще какая-нибудь срань. Вот тебе и скример. Первый скример пошел. Что, был кирпич? Нет. Ну, блин, власть немножко это... Седая стала. Не, не то, что седая. Причем как будто напряжением бабахнуло. О, смотрите, колюк появился. Его тут был... Его тут было нема. Проходит. Это что за отсрал? It's her. Hey. Опять Hello? Некие воспоминания получаются. Look at mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Как воспоминания, как говорит медведь, не? Наверное, да. Получается, мы забрали труба. Так, так. Ага, ожерелье. Знаешь, похоже на трубу, когда ты был мелкий. А, типа как в аквапарке или что-нибудь в этом духе. Так. Ну, начинается, наверное, наша с вами первая глава получается. Я так понимаю, что это и была первая глава. По идее, можно считать как от первого воспоминания. То есть мы с вами, получается, сейчас будем... Мы с вами нашли первое воспоминание. Так. Вон медвезавр идет. Медленный. Ок. Ты настолько Чувак, же медленно. Беги. Она тебя сожрет. Синдром широкой спины. Я иду по дороге, потому что я машина. Хорошо, ты мой хороший. Обкуренный друг. Is it locked? I might be able to open it from the inside. Интересно, вообще, в целом, что это за домик? Да, сейчас посмотрим. Наверное, какой проводник воспоминаний или что-нибудь в том духе, не? Сомневаюсь. Whoa, look at this place. Домик из воспоминаний? Ну, не знаю. Не из воспоминаний, скорее, какой-то проводник воспоминаний. Может. Какая-то пи. Listen. There it is again. Знаешь, как чуваку договоришься? It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. Смотри, там получается у нас с тобой идут трубы и колы. То есть нам надо собрать. Вот она, система, да. Четыре все-таки воспоминания. Да. Первое у нас с вами. Ну, с другой стороны, как бы мы тут особо пытаемся вроде в актерскую игру, но странненько, пошло по нам в жопу, потому что мы же несколько раз напрямую сказали, что мы ее прошли один раз. Но поэтому уже на скеле я на думаю, опыте. Что мы с тобой особо помним какие-то некоторые части и не будем. Например, эти соло грёбаные, помнишь? Да, поэтому для нас будет некоторая часть новинку, потому что не особо возможно все запомнить. И вот это вот жесты мышью, это такая срань, а? Слава богу, нас сделал чуть менее одного оборота. Опа. Вандорн. Buttons. Кнопки. Кипит, как у тебя. Или нет? What happened? Why didn't it open? Нет. Maybe we have to press both дойдет. At the same time. Mm-hmm. Есть That's открытие. It seems like the memory you share
unlocked the door. И по воспоминаниям, которые типа разделил с мамой в этом предмете, он открывает дверь. It might bring us to her. То есть каждая частичка воспоминаний будет открывать нам свои. Да, и если мы соберем все три оставшихся, то оно приведет нас к маман. Ну что, погнали, мохнатый. Уже, блин, заплатка на лапе. Жух. Так, куда мы дальше попадаем? Where are we? Черт его знает, где мы. Мы закроем глаза руками. Мы нашли с вами первое воспоминание. И это был конец. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас лайк, подписка. Обязательно пробейте колокольцы и увидимся в следующей серии. Адьос, братва.